Покажем вам представление, как Хрюша жениха искала. Сидела она на крылечке и щелкала семечки. Мимо шел какой-то зверь. Хо, ты кто? Я енот. Ну-ка, сейчас посмотрим. Что-то ты с резиночками какой-то, в какой-то желтой футболочке. Нет, ты мне не подходишь. Следующим утром опять она вышла на крылечко и сидит. И тут выходит большой медведь. Какой ты большой, какой ты сильный. Давай мы с тобой будем дружить. Нет, ты маленькая, не пойдешь у меня в друзья. Огорчилась Хрюша и села. Выходит другой белый медведь. Привет, привет. Будем дружить? Будем дружить. Так, Хрюша себе друга нашла. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец.